liberă orice, cu atât mutit cu ori. Da. Компьютерная безопасность – это уже реальность. Хотел сказать, хорошо, это плохо, это уже не хорошо, не плохо, это реальность. Компьютерные системы есть везде, они вокруг нас, и от них, от их работы зависит работа многих других систем. Поэтому обеспечивать компьютерную безопасность как домашних, так и государственных, коммерческих организаций, так и критической инфраструктуры – это наша главная задача. И мы очень рады, со стороны своей компании говорю, мы очень рады тому, что интерес такой очень большой со стороны главнейшего технического вуза университета. И наш университет должен стать действительно опорным пунктом в этой отрасли, по этой специальности и обеспечить региональная обеспеченность, необходимость. Сейчас пройдем уже... Я можно еще на камеру скажу еще одну фразу? Да. Одну фразу, которая, наверное, хочу адресовать ее к молодым людям, которые выбирают свою профессию. Компьютерная безопасность очень-очень важна сейчас и будет еще более важной в будущем. Потребуется огромное количество специалистов по компьютерной безопасности для того, чтобы делать государственные, коммерческие системы более надежными, более безопасными. Поэтому специалисты по компьютерной безопасности будут очень востребованы, и у них будут очень неплохие зарплаты. Поэтому молодые люди, которые выбирают для себя, куда пойти учиться и выбирают для себя будущую профессию, подумайте, может быть, компьютерная безопасность – это очень-очень правильное место для приложения ваших сил. Спасибо. Присаживайтесь. Я буду экзамен куда ты идешь? Давайте сделаем так, что после клиники сюда зайти.